Всем здравствуйте! С вами Лора, канал Лора Лайф. Сегодня я на природе, и этой частицей норвежской природы я хочу поделиться с вами. Мне, правда, мешает одна птичка, она все время каркает. Но я думаю, это часть нашей природы, и мы не будем обращать на нее. Каждый человек, чтобы оставаться психически здоровым и чтобы восполнять свою энергию, а также соблюдать психогигиену, должен находиться в уединении с собой. Хотя бы 15 минут в день находить время для себя и уединяться, чтобы восстановить силы, восстановить свою энергетику. Нам в помощь природа, которая дает нам силы. Например, мы можем брать силу от деревьев, мы можем брать силу от камней. В одном из видео я показывала систему, древнекитайскую практику усин, которая дает нам энергетику от деревьев. И сегодня я хочу поделиться с вами энергетикой воздуха и практикой получения энергии воздуха. Воздух, как вы знаете, прозрачный, светлый, белый, и цвет этой энергии белый. Нужно найти хорошее место, где много воздуха, где ветрено, где гуляет ветер, где мы можем глубоко дышать, погулять в этом месте, побыть наедине с природой, почувствовать себя, прислушаться к себе. И эта практика древнекитайская усин, восполнение энергии от воздуха, дает нам потенциал в плане творчества, в плане перезарядки и организованности. Она отвечает за наш творческий потенциал, за наши ориентиры. И также эта энергия воздуха дает нам силу нашим легким, дает на силу нашему внутреннему состоянию, кишечнику. И это не просто какие-то слова, это действительно имеет силу. И нам не нужно никуда ехать. У каждого есть место силы, место, где он может черпать эту силу, где он может перезарядить свои батарейки, где он может восстановить свои силы, потому что психологическая защита должна существовать у человека, и когда ее становится мало, этой психологической защиты, когда кто-то, может быть, нечаянно, а может быть, умышленно, негативно думает о вас, желает вам чего-то нехорошего или завидует вам, то чтобы восполнить эту психологическую защиту, нужно больше быть наедине с природой, в уединении, хотя бы по 15 минут в день. Я уже повторяюсь, как я вам сказала. И вот сегодня я черпаю энергетику воздуха, и этой практикой хочу поделиться с вами. Для этого мы раскидываем руки в стороны, глубоко дышим, как бы вдыхаем этот белый свежий воздух, энергию воздуха в свои легкие, и звук этой энергетики воздуха созвучен звуку ветра. Воздух проникает к нам в легкие и поступает дальше внутрь нас. Я думаю, эта практика вам понравится, и вы попробуете. Желаю вам быть здоровыми, желаю вам быть крепкими морально, физически. Ну и продолжайте смотреть мой канал. Спасибо за внимание. До свидания.